что будешь с белгами?
Thank you.
Thank you.
Свобода! Свобода! Ура! Ура! У меня тут все тихо. В общем-то, для разнообразия неплохо. Хотя, если бы хоть что-то произошло, я бы не возражала.
Ну или хотя бы пейзаж поприятнее глазу. Надоело пустыня. Слушай, подвинься. Я тут наблюдение веду, в конце концов. Осторожней там. Этот снайпер, похоже, неплох. Вижу. Сейчас я его. Thank you.
что-то интересное. А я сменю позицию. До встречи на базе. Засекли. Один сюда, Ян. Сейчас его сниму и меняю позицию.
Востока нет. Странно. Тут одно из двух. Или восток в зону ответственности. Нам сильно повезло, что основные силы нефтянников ушли в набег. Иначе сюда уже давно пожаловали бы непрошенные гости. Или? Или кто-то унес все карты восточного региона до нас. Но нам бы хоть в оставшемся разобраться. А где искать-то, товарищ полковник? Крупные города я бы сразу отметал, это основные цели. Но и в полную глушь тоже двигать особого желания нет. Вот тут чисто вроде. Ну да, степь. А если севернее? Если севернее, вон хвостом осадков зацепило. За 20 лет, конечно, получше стало, но все равно. Надолго там задерживаться не стоит. Thank you.
Да нету никого, ну! Кому так делать нехер, а сюда переться? Лохматые за своих пишутся! Слушай, а чё нам его тупо не завали? Хватится еще из одного лохматого! Салага ты еще в этих делах! Затем особый попытку! Спускайся уже! Деваться все равно некуда! Подлюка! Вот, внизу! Я его внизу видел, вон там! Чего ты прячешься? Все равно ведь никуда не денешься! Эй! Ах ты! Вижу гада! Давайте его по-быстрому найдем и дело в шляпе.
Mm-hmm.